Владимир Путин сегодня приехал на новоселье в Нижегородский поселок, который отстроили фактически с нуля. После пожара там не стало нескольких сотен домов. А теперь они чем только не напичканы. Спутниковое телевидение, интернет. Как теперь выглядит бывшее пепелище, покажет Илья Андреев. Погорельцы стали новоселами. Владимир Путин уже в третий раз встретился с жителями Верхней Вереи. Еще летом премьер пообещал, что пострадавшее от пожара в село полностью восстановят к 1 ноября. Сегодня приехал держать слово. Женщина одну увидела, я помню, она меня чуть не утопила в своих слезах, когда я ей сказал, что мы все сделаем. Она говорит, не сделаете. Я говорю, сделаем и будет лучше. Лучше не будет. Но вот сейчас призналась, что не только сделали, но стало лучше. В Нижегородской области минувшее лето называют не иначе, как катастрофическим. Огонь уничтожил здесь 800 домов. Без крова остались более 1000 семей. В Верхней Верее в пожарах исчезли 3,5 сотни домов. Владимир Путин впервые оказался в селе буквально в самый разгар лета. Тогда местные жители не скрывали эмоций. Сейчас мы остались, вот мы стоим перед вами, да? Мы стоим раздеты, вот сейчас уедут все, и мы будем спать на асфальте. Сегодня они же не скрывают благодарности. За осень здесь сдали 400 домов. Отстраивать пришлось не только жилье. В селе появились новые здания почты, магазина, фельдшерского пункта. Верхняя Верея стала образцом восстановления жилья для погорельцев. За строительством круглосуточно наблюдали видеокамеры. Прямая трансляция в кабинет премьера не давала строителям расслабиться. Рязанская область от огня пострадала не меньше. Без крыши над головой остались 900 человек. Огонь затронул 20 населенных пунктов. Село Свеженькое находится между Рязанской областью и Мордовией. Граница делит населенный пункт пополам. На мордовской стороне новые дома для погорельцев и строительная техника. На рязанской раскисшая дорога и пепелище. А как зимовать-то будете? Где воду-то брать? Есть один снег будем топить. А воды там только нахватает на один день. Все сходят в колодец. И вечером уже воды нет. Если снег будет, снег будем топить. Областные власти обещают подвести к селу и газ, и водопровод через время. Однако почему в деревне строительная техника появляется только на мордовской стороне, в Рязани ответить не могут. Местные жители уже не верят обещаниям и готовятся к переезду. Село Свеженькое может стать заброшенным с одной стороны. Мы знаем, что часть людей действительно, увидев, что люди переехали в квартиры, ну, тоже, так сказать, выражают такое желание переселиться. Мы изучаем такие возможности, мы не исключаем и этот вариант. Аномальная жара этим летом обернулась небывалыми пожарами в 20 областях. Огонь уничтожил более 3000 домов без жилья. В июле оставались несколько тысяч человек. На 1 ноября восстановили 1500 домов. Работы закончены в 15 регионах России. Илья Андреев, Ирина Уймина, Яна Петухова, 5 канал.